Бросаются в бой. Внутри тебя сила, и с каждой минутой сила эта растет. Крутитесь колеса могучим потоком, несите меня вперед. И пусть все непросто на трудных дорогах, и много проблем впереди. Мелькают колеса, сверкают колеса. Лети, рыцарь, лети. Кружится планета, лети, лига света. Удача к тебе придет. Кружится планета, лети, лига света. Вперед! И только вперед! Рыцари света. Спасибо за информацию, Джел. Мы сейчас же этим займемся. Стойте там, где стоите! Монстры! Я ухожу, Джейс! Держись, Ун! Собос пытается захватить лесную колдунью? Джел уверен в этом? Да. Если хотите знать мое мнение, Джел выпил слишком много веселительного сиропа. Лесная колдунья — это легенда. Собос считает, что она существует. Он уже послал свой корабль на планету Марк. Говорят, что лесная колдунья обладает необыкновенной властью над растениями. Мы не можем позволить Собосу захватить ее. Не хочу вас разочаровывать, но даже если она существует, мы не сможем быстрее корабля Собоса попасть на Марк. Возможно, ты ошибаешься. Смотри. Марк находится на той стороне фантомной туманности. Корабль монстров будет обходить ее. Но если мы пройдем через нее? Пройти через фантомную туманность? Это невозможно. Кажется, он боится. Скажи это еще раз, жестянка, я сделаю из тебя кофейник. Не думаю, что у тебя хватит духа на это. Ой. Ай, мои бедные зоги. Ун, ты не можешь быть более осторожным? Я? Послушай, малыш, эта туманность испускает энергетические сгустки. И ты не можешь увидеть их до тех пор, пока они не ударят по тебе. Увы, Герк прав. Эта туманность — опасное место. Значит, он не сможет провести нас через нее. Кажется, в ком-то заговорил разум. Давно пора. Не беспокойся. Мы прибудем туда первыми. Мои магические возможности так же сильны, как и его упрямство. Что ты читаешь, Флора? Это книга-легенд, которую дал мне Гиллиан. Я читаю о лесной колдунье. Она обладает удивительными способностями. Ой, какое ужасное место. Нет, Ун, оно не ужасное. Таинственное, да. Этот болотистый лес хранит множество тайн, и только лесной колдуньи под силу разгадать их. А? Вот пусть и живет себе там в одиночестве. Мы почти у цели. Фантомная туманность. Приготовьтесь. Заклинание перестанет действовать, как только мы войдем в туманность. Не забудь посмотреть на его выражение лица. Флора, ты идешь слева, Ун, ты справа. Я по центру. Да, господин. Спорим, что мы с рикошетом попадем в большее количество сгустков, чем ты, Джейс? Это не игра, Флора. Всем машинам приготовиться к атаке. Что такое? Мы вошли в фантомную туманность. Извини, Герк, но это дело первостепенной важности. Нет времени на споры. Мне нужно быть в оружейном отсеке. Вот они. Есть!
Я сбила уже 10, Джейс! Занимайся не подсчетами, а делом, Флора. Кстати, я только что сбил 15-й. Все происходит слишком быстро. А хотя не так уж это и трудно. Это даже увлекательно. О, нет! Их слишком много! А я уж понадеялся. Пробоина большая? Достаточно большая. Мне придется увеличить скорость до максимума. Внутри туманности. Но такого никто никогда не делал. Мы не знаем, что может произойти. Скоро узнаем. Айда, Герк, молодец. Впереди планета Марк. Нам просто повезло. Но двигателям Прайда нужен ремонт. Герк. Да, мы успели прибыть первыми. Но я не уверен, что мы сможем улететь отсюда. О нет, мы здесь погибнем. Может быть, лесная колдунья поможет нам. Нам нужно нечто большее, чем возможности какой-то старой карги. Лесная колдунья не карга. Она душа всего леса. И я обязательно найду ее. Подожди, Флора. В лесу опасно. Но я должна найти лесную колдунью. Обязательно. Она такая же, как я. Флора сродни растениям, а со своими способностями у нее есть наибольшие шансы найти лесную колдунью. Ну, вот видишь... Я чувствую присутствие незваных гостей, Габон. Посмотрим, кто нарушил наше спокойствие. Лесная колдунья повсюду. В каждом цветке, в каждом дереве. Это дитя чувствует мое присутствие. Любопытно. Я принесу ее сюда. Флора! Всем машинам спасательный план А. Команда принята. Спасательный план А. Шала Шама. Джейс! Флора! Здесь нет монстров, но... Флора! Гиллиан! Ответь мне, Гиллиан. Господин, мы должны спасти ее. Ну и нас самих тоже. Гиллиан. Я тебя слышу, Джейс. Флора исчезла, а машины не могут двинуться. Думаю, это работа лесной колдуньи. Боже мой, я иду к тебе, мой мальчик. Ну что еще? У Джейса и Флоры неприятности, я должен идти. Что еще может случиться? А? Посадочное устройство отправлено на планету. Приступить к немедленному телепортированию. Надеюсь, это не то, что я думаю. Увы. Я уже лет 100 этого не делал. И точно знаю, почему. Гиллиан, помоги нам быстрее. Мы должны вернуть Флору. И выбраться из этого ужасного болота. Святые небеса. Возможно, у меня недостаточно сил, чтобы это сделать, но я попытаюсь. Посмотрим. Возможно, это... Значит, с ними есть колдун. Но мы не дадим ему господствовать здесь. Гиллиан! Джейс, Гиллиан, ответьте. Здесь Собас. И Прайд отличная добыча для него. Мне нужна помощь. Мы ничего не можем сделать. Лесная колдунья связала нас по рукам и ногам.
Наверное, меня перенесла сюда лесная колдунья. Но где же она? Как красиво! Похоже на алмазные росинки. Вы не знаете, где лесная колдунья? Кто ты, девочка? Говори. Я Флора. Ты рождена из цветка. Да, как и ты. Что ты можешь знать обо мне? Я была уже стара, когда ты еще не родилась. Я читала о тебе в книге легенд. Легенд? Легенда не в состоянии описать мою силу. А теперь скажи, почему ты и твои друзья потревожили мой покой? Мы пришли, чтобы помочь тебе сразиться с монстрами. С монстрами? Что случилось? Что с тобой? Что-то проникло в мой лес. Что-то злое. Они здесь! Монстры! Они направляются к нашему кораблю. Ты должна остановить их. Пожалуйста. Я вижу это, но не могу поверить. Вся наша армия парализована. Сооружение готово, ваше высочество. Вставить солнечные призмы. Да, ваше высочество. Этот самый красивый. По ночам бутоны распускаются, и они могут отнести тебя в самое сердце росинки. Что случилось, девочка? Тебе не нравятся чудеса моего королевства? Я не девочка, я Флора, и мои друзья нуждаются в помощи. Они в безопасности, я не подпускаю к ним злые силы. Они не могут остаться здесь навсегда, и я не могу. Флора, я живу здесь одна уже 1000 лет. Другим не дано понять все великолепие цветов и деревьев. Никто не мог разделить со мной их таинственную силу, и вот появляешься ты. Открыть солнечную призму! Мы лишим лесную колдунью ее силы! Ты жива, Флора. Что случилось, дитя мое? Солнечная призма? Ты должен остановить ее. Она слабеет. Мне не хватит сил. Джейс, ответь мне. Гелен, ты нашел Флору? С ней все в порядке, но Собос высушивает лес с помощью солнечной призмы. Ты можешь уничтожить ее? Нет, нас окружили монстры. Может быть, вы поможете нам? Я понял. Лесная колдунья, ты можешь что-нибудь сделать? Я слишком слаба. Мне не хватит сил. Я помогу тебе. Используй свою силу через меня. Нет, это слишком опасно. У нас нет другого выхода. Пожалуйста, я не боюсь. Хорошо. Я попробую. Достигни каждого цветка, каждого листка и пробуди лесную топь. Ее мощь. Шала, шамар. Шала, шамар. Шала, шамар. Шала, шамар.
Подождите, господин! Отлично. Помощь подоспела вовремя. Нужно добраться до призмы. Рыцарь, боевой план С. Команда принята. Теперь надо вытащить призму. А почему бы просто не уничтожить ее, господин? Хочу поджарить Собаса. Ваше высочество, он развернул призму до нас. Жарко! Они не смогут защищать свой лес вечно! Я еще вернусь! А сейчас во имя славы Черного Света я ухожу! Теперь, когда Собас видел твою силу, он обязательно вернется. Можешь не бояться за меня, Джейс. Лес существует во многих мирах. Я отправлюсь туда, куда Собас не сможет последовать за мной. Но я хочу забрать тебя с собой, Флора. Ты пойдешь со мной? Я не могу. Я люблю тебя, но... Я понимаю. Я буду скучать по тебе. Я тоже буду скучать по тебе, лесная колдунья. Послушайте, нам пора. Собас может вернуться. Да, мне тоже пора. Возьми это, дорогая Флора. Вспоминай обо мне. Прощайте. Лесная колдунья никогда не забудет вас. Вот это номер. Она забрала с собой весь лес. Ладно, ребята, нам пора. Ты еще встретишься с ней, Флора, когда-нибудь. Пойдем. Да, Джейс, я это знаю, знаю. Замедляй ход, Герк. Мы почти на месте. Малыш, я занимался строительством, когда ты еще катался на трехколесном велосипеде. Мои люди стоят наготове. На всякий случай. Не беспокойтесь, Силвис. Уникальное магнитное поле вашей планеты зарядит щит, который мы построили. Монстры! Они близко! Последняя башня на месте, Гиллиан. Теперь смотрите, как действует ваша защитная система. Wow.
Мы не можем справиться с их системой защиты. Неважно. У меня будет время, чтобы завоевать Элдор и Галактику. Я это сделаю, как только избавлюсь от мальчишки. Джейс, мы народ Элдора. Хотим наградить Лигу Света за то, что вы помогли нашей планете. Наградить? Мы дарим вам редчайшие из растений Элдора. Оно прекрасно. Спасибо. Надо же, целое растение, да еще и с цветочками. Начинайте подавать сигнал, который приведет их в могилу! Гиллиан? Возможно, мой мальчик. Очень возможно. Да, это мой отец. Мы перехватили сигнал. Сигнал от господина Уэдрика! Герк, сектор 37, микроарк 5-3-0. Поехали! Ах, опять 25. Благодарю тебя. Я тоже рада, что ты с нами. Еще воды? Конечно. Я сейчас полью тебя. Флора! Флора! Сигнал от Уэдрика! Спасибо, он... Ой. Цветок хочет пить. Дай ему воды. Поливать цветы? Мне? Масло? О, нет. С цветком с Элдора случилось что-то ужасное. Флора! Ум! Где мой прекрасный цветок? Какой цветок? Что ты с ним сделал? Мы приближаемся к месту, откуда исходит сигнал. Это произошло случайно, Гиллиан. Конечно, Ун. Дай-ка мне посмотреть. Гиллиан, ты можешь помочь ему? Похоже, Ун уже нашел для него лучшее лекарство. Разумеется. Я нашел. Ты правильно рассудил, что твой металл вытянет из цветка все масло. Пусть он побудет там некоторое время. Но мне щекотно. Ладно, ладно, если так надо. Решающий момент прибыл. Он исчез. Это еще что? Помню, я видел нечто похожее 732 года назад. Нас затягивает в эту штуку. Разумеется, это портал в отрицательную вселенную. Поворачивай, Герк, или мы затеряемся там. Давай, малыш. Все, что мне от тебя нужно, это чтобы ты повернул направо. Герк, мы продолжаем двигаться прямо. Рычаги управления заблокированы. Проклятие, как я мог забыть? Корабль не может выполнить поворот на такой скорости. Чертова конструкция.
видите? А в эту сторону запросто. Мы получили повреждения, зато остались в своей вселенной. Ваше высочество, они выбрались! Это ненадолго! Ненадолго! Но они дали нам отличное оружие против себя! Они вытянули из отрицательной вселенной свои зеркальные отражения! Ха-ха-ха! Мы на другой стороне. Если я был прав, так и есть. Мы попали в зеркальную вселенную. Ура! Новые миры, которые можно разграбить. Укуси их, Брок! Проклятые маленькие чудовища! Добро пожаловать, Ригвета! Возможно, вы уже догадались, что здесь мы находимся на одной стороне с вами. И что? Встреча может оказаться полезной для всех нас! Следуйте за спутником, мой штаб! Ладно, но не пытайся меня надуть. Значит, вот как выглядит это место изнутри. Мне всегда было интересно. Но что дальше? Помоги этой вселенной ради себя! В обмен на что? В обмен на уничтожение местного Джейса и его корня. Именно так! Оба ваши корабля повреждены! Помогу тебе починить ваш, и ты получишь преимущество перед ним! В другой вселенной мы могли встретиться со злыми копиями каждого из нас. Кроме Герка. Он встретил бы свою добрую копию. На экране что-то появилось, и оно быстро приближается. Это наше отражение из той отрицательной вселенной. Но мы давно ушли оттуда. И отражение не стреляет лазерными зарядами. Уклоняемся, Герк. Сделаю все, что могу, учитывая состояние этой посудины. Нас подбили! Прямо по курсу планета, малыш. Мы можем сесть на нее? Не знаю. Но не это главное. Там полным-полно монстров. Давай, малыш, держись прямо. Направь корабль на лианы. Они помогут нам остановиться. Собос, их корабль упал, он горит. Мы приземлимся и легко прикончим их. Это сделают мои воины. Отправляйтесь на планету Элдор и уничтожьте их систему защиты. Как скажешь, Собос. Твой отец, Одрик Ужасный, мог бы гордиться тобой, мой мальчик. Ты достойный наследник. Как дела, Герк? Плохо. Мы горим! Нет, Флора. Этот дым должен обмануть тех, кто напал на нас. Пусть думают, что мы разбились. Господин, по-моему, не все так подумали. Я задержу их, чтобы у вас было время на ремонт. Идем вон, в машину. Ну разве здесь не безопаснее, господин? Удар молнии. Думаю, будет лучше, если я воспользуюсь лазером сержанта. Начать атаку. Его корабль разрушен, но мальчишка будет драться до конца. Все силы
сосредоточены там. Так что конец скоро наступит, ваше высочество. Не подведите меня! Наши друзья из другой вселенной приближаются к Элдору. Лига Света вызывает Элдор. Приветствую вас. С возвращением. Гиллиан понял, что в вашей системе защиты есть слабое звено. Мы прибыли, чтобы исправить это. Если позволите нам пройти. Разумеется. Никому так не рады на Элдоре, как Лиге Света. Посмотрим, как им понравятся лианы на обед. Гиллиан, сколько времени вам еще нужно? Мы с Уном не сможем долго сдерживать их. Максимум 3-4 недели. Мы почти закончили, мой мальчик. Есть. Космический сканер снова работает. Гордость небес идет на посадку, Силвис. Эй, это же я. Мы готовы исправить вашу систему защиты и сделать ее такой, как нужно. О, нет, Герк! Это же наши копии. Джейс, ты меня слышишь? Другая Лига Света прибыла на Элдор.